Газета номер два. Это моя фотография в негативе, так как газетка делалась для типографии, то там фотографии должны быть в негативе, чтобы потом они отпечатывались, естественно, так как положено. Думай иначе. Значит, я закончил читать книгу Стива Джобса. Он очень такой своеобразный человек, есть на что у него поравняться. И как раз он описывает, думай иначе. То есть все привыкли шаблонно думать, и в результате имеют и шаблонные какие-то результаты. Но когда человек оригинальный, он совсем по-другому думает, рассуждает, подходит к тем или иным вещам, то естественный конечный результат может быть очень и очень разительным. И вот я все это, значит, на основании его книги, я разбираю его жизнь. Ну, вот такая интересная статья, когда я помню, впервые так рассказал на телевидении одному из руководящих работников. Такая новизна, такой подход его очень заинтересовали, потому что, ну, мало людей способны так работать с материалом. А с материалом, конечно, я люблю работать. Вот. А потом, значит, разбираю, в чем его причины, где были допущены ошибки в его жизни, которые привели к онкологии. Далее, значит, я вот привожу здесь пример Яна Гулера, который считает, что в борьбе с онкологией надо использовать такой комплексный подход: очищение организма, правильное питание, правильная работа сознания и лечебное мышление. В результате чего идет исцеление. Когда, опять-таки, вот я до этого говорил, если человек сам над собой не работает, а вручает себя, знаете, вот как машину, механику, ага, делаю, исправ все там, чтобы все было новенькая машина ехала. К сожалению, с телом это не так. Туда ничего новенького не заменишь. Вот. Но так как тело наш организм самовосстанавливающая система, то можно с помощью правильных действий, связанных с образом жизни, это все восстановить. Вот в чем сила, будем говорить, вот природной такой медицины, натуропатии. С помощью природных средств, натуральных средств, ты восстанавливаешь свой организм. Если это дело не понимать, а думаешь, что кто-то тебе там выдолбит костный мозг, что-то там пересадит, с помощью там лекарств сделает, а ты пассивно сидишь, то ничего хорошего не будет. Более того, я смотрел передачу про косметологию. И один мужчина рассказывал, у него, значит, что-то ему там не понравился нос. Не понравился нос. И он попросил хирурга, чтобы они сделали его красивым. Вот, они сделали ему операцию, в результате чего сузились носовые ходы. После этого переделали операцию 6 раз. После исправляли еще что-то 5-6 раз. После еще разок исправили. И в конце концов ничего не могли с этим сделать. Врач, не спрашивая с его, просто-напросто отрезал ему нос. И он без носа. Вот так вот, пипки нету, все. Вот тебе такие-то дела. Значит, Стив Джобс, увы, этим не владел. Он, значит, его, я считаю, одна из наиболее, из таких больших ошибок заключается в таком несколько негативном мышлении, особенно к окружающим, которых он использовал
как своего рода материал, с помощью которого он достиг того или иного. Дальше он переключался на новых, использовал их дальше, значит, на новых. И вот такой подход потребительский, он, значит, вот привел к разногласовке, говорит, информационно-энергетических связей внутри организма. Вот вырастил нечто, нечто чуждое в организме, которое подпитываемое вот этими эмоциями, пренебрежение, следование вперед, все остальные глупые, там, неразумные, привело к тому, что оно разрушило организм. Вот, и как не лечили там, то есть лечение совсем другое должно быть. И вот как раз я описываю, что сделал Ян Гоулер. Кстати, а Яна Гоулера еще дополню. Значит, его также полечили, отрезали ему вроде как ногу. Вроде все нормально, ага, все, давай. Вот, а через какое-то время болезнь возвращается, потому что если это будет у нас онкология, и вызываемая она грибками, то что получается? Получается следующее, чтобы вы понимали, что онкология, если мы говорим о том, что это грибница, она своими нитями, мицелиями, так называемыми, она проросла во всем организме. То есть имеется где-то там очаг в теле, от него тянутся тоненькие нити мицелии, которые прорастают буквально во все. Именно так поступает и грибница. То есть мы видим, гриб вроде бы растет там в одном месте. Ну и рядом там грибки растут. А на самом деле вот эти вот нити мицелии, они по всему лесу уже проросли. Представляете? Весь лес, одна грибница заполнена. Точно так же получается и с нашим организмом. Мы думаем, что опухоль вот здесь локализовалась. А если это грибница, вот теоретическую основу мы берем, что это грибковое такое заболевание, то весь организм пророс. Поэтому в одном месте отрезают, а она в другом возникает. И более того, благодаря тому, что в результате лечения современного организм не укрепляется, а ослабляется, то значит, в ослабленном организме, который раньше сдерживал грибницу, она теперь растет легко и быстро и разрушает организм. Так вот, у него возникло, у Яна Гоулера то же самое, начался вот такой рост, но с помощью вот того, что я перечислил, мышления особого, там, подходов, очищения организма, питания и так далее, он сумел ликвидировать среду внутри своего организма, в которой может развиваться эта грибница, онкология. Ее не стало без всяких лечебных мероприятий. То есть важно, хочу подчеркнуть, важно понимать, что лечение заключается не столько в применении каких-то лекарств или еще, оно заключается в поднятии энергетики собственного пространства, в котором ты существует, твое сознание, очищение его, налаживание связи, никакого заболевания не будет. То есть, и как раз вот, вот эти вот советы Яна Гоулера и других авторов я изложил в своей книге «Лечение онкологии народными средствами». Она сейчас продается, то есть ее можно купить. Ну, Луна рекомендует. О травяных чаях в зимнее время.
То есть такую полезную информацию выдаю, какие травяные чаи использовать для того, чтобы не болеть. Познавательно-практически. Вот, познавательно-практически. Здесь затрагиваются очень важные аспекты. То есть есть люди, которые ощущают связь с какими-то высшими мирами, что это, откуда, стоит ли ориентироваться или не стоит. Почитайте, очень интересный материал. Но важно обращать внимание на сны, что они несут, о чем говорят. Продолжение Солярского кодекса здоровья. Зимняя ароматерапия. Ответы, разъяснения для читателей. Далее идут у меня вот... Это целиком большая статья, которая посвящена, что могут дать атлетические занятия, что могут дать занятия с тяжестями, атлетической гимнастикой, культуризмом, бодибилдингом. Это одно и то же примерно.